Фурзова Галина, 10 лет, школа номер 40, города Смоленска. Апрель, Эмма Машковская, весна, весна, как воздух чист, как ясен небосвод. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Весна, весна, как высоко, на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Эй, шубы и шапки, кубанки, ушанки, теплые шапки, стали вы жарки. Идите в шкафы, шерстяные шарфы. Другая приходит мода, приходит другая погода. Смотрите, воздух, он голубой, а разве зимой он такой? А день, курсы, маленький день, которому выйти гулять ли? Какой он большой, как он вырос теперь? Ему открывают окно или дверь. А эти дома в желтенькой краске, в зелененькой краске, в новенькой краске. Помните, помните, как они стыли, как они окна свои закрыли, как они форточки даже закрыли. И слушали, как метели были. А эти сады, сады, как ждали сады беды, как яблони с ветром сражались и к старым яблоням жались. А мы, после зимы, как видим мы видим воздух. Воздух такой, он голубой, с теплой рукой, с большой, большой теплой.